Так, друзья, вот такая вот каталитическая грелка для рук от компании Следопыт. И, в принципе, великое множество. У компании Кавиа есть более дорогой аналог. Ну, кто хочет сэкономить, купить подешевле, вот этот вариантик как раз подойдет. Грелка используется зимой. Ее можно в перчатки положить, согреть руки. Такая вот конструкция внутри. Есть моделька поменьше у них, это самая большая. Вот, в комплекте идет сама грелка, чехольчик и вот такой вот мерный стаканчик, чтобы заполнять саму грелку. Ну, хочу сказать, что зимой грелка будет работать весь день. Хватает ее примерно на 8-10 часов. Это зависит от бензина. Бензин покупайте в нее хороший, дорогой, для зажигалок, чтобы она служила вам верой и правдой. Вот так вот выглядит сама грелка. Вот такой вот, такая сталь использованная, покрытая хромом, хромированная. Вот, не уверен, что это не ржавейка, но, по крайней мере, блестит. Ржаветь не должна. Значит, как работает эта грелка? Это катализатор. В нем используется специальная стеклоткань, которая, в принципе, и тлеет. Вот. Картриджи отдельно купить будет сложно, поэтому они не заменяются. Вот. Но служат они очень долго. Внутри используется вот такая вот ткань, которая хорошо поглощает бензин. Ткань синтетическая, тут ничего особенного, как и в обычных зажигалках. Вот так вот берете, наливаете бензин, и вот так вот идет заправка туда вот. Сливается. Здесь все просто. Вот, значит, заправили бензином. Я зажигать не буду. В интернете можно посмотреть. Есть, где ребята заправляют эти грелки, и видно, как они начинают работать. Вот, одели сам картридж сверху. Вот, вот так вот зажигалкой подожгли его. Вот он разгорелся и будет тихонечко тлеть весь день. Здесь вот такие вот радиаторы использованы. Они-то, собственно, тепло и отдают. Потом грелка закрывается. И в комплекте идет вот такой вот чехольчик для удобства использования. Кто-то пользуется с ним, кто-то без. Вот, в принципе, когда ветер, чехольчик защищает от задувания. Вот, и она будет попрохладнее, грелка. Кому-то не нравится, чтобы была горячая. И опять же, лучше тепло аккумулирует. То есть можно вот так вот ее использовать, потом вынуть и побольше тепла, так сказать, в руки отдать. Либо в ней же использовать. Убрали в чехольчик, в перчатку сунули, одну, вторую, и весь день пользуетесь. Так, вот тут, в принципе, есть инструкция, как всем этим делом пользоваться. Заправка, запуск. Вот, ну и вся дополнительная информация. Рабочая температура грелки 42-45. Ну, на поверхности где-то градусов 30 она точно дает. 45, 50, конечно, не будет, вот, чуть поменьше. Объем резервуара 30 мл. Размеры ее 70, 100 на 14 мм. 79 грамм она весит. Написано, что она работает до 16 часов. Это, конечно, неправда. Вот, но половину она, конечно, работает. Вот тут можно почитать отсюда. Вот мы снимем, что написано. Что за информация. Отдали, а то не видно одним общим планом. Так, и инструкция есть вот такая вот дополнительная. Тут более подробная инструкция, как ей пользоваться, советы. Вот запуск грелки, хранение, выключение грелки. Всякие рекомендации, чтобы как избежать ожогов, использовать перчатки и прочее. Ну, мы это все просчитывать не будем. В принципе, можно почитать. Вот мы либо с видео снимем, кому интересно, особенности использования грелки, либо посмотреть в интернете. Там есть более подробные обзоры. Мы на этом останавливаться не будем. Артикул грелки вот. Ее можно купить на нашем сайте pfghp-p01. Ссылка будет
прикреплена к видео снизу.